Здорово, братва, салам пополам. Самый громкий Bluetooth чемодан. Ну и фишка в том, что как бы берешь его без лишних проводов, то есть один AUX, включаешь любимый тречок и погнал. Ну, можно его стоя поставить, но стоя улетает, короче, лежит пока так. Ну и что, и погнали, короче. Музыка размытый клип, в сумерках мультик, майки из рэпа, видите, забыли реальность. В ночь мои лингеры сели на стулья, делают бенгеры. Всем салам пополам. Самый громкий сегодня чемодан. От АЗ до Спель Пауэр. Шутка. Так. Самая громкая Спель колонка в исполнении чемодана. Так. Саня бухает. Так, вольтаж. Не знаю, видно 14.5. Так, врубаем трек. А, по составу. Горилла Бас. В конце видео, кстати, полный состав системы покажу. Сейчас расскажу, какие динамики. ГБЛ-65 вроде называется, МТУ. МТУ-65 и Эджи, не помню, как называются, драйвера. Так. Трек не защищенный авторскими правами, поэтому этот будет. Сообщение пришло. Играет.
замеру. Так, это у нас будет замер чемодана. Будем замерять датчиком SPL Lab. Так, сейчас все подключу и покажу. Установлен датчик будет примерно на расстоянии метра, как на замере фронтов. Ну и трек. Ну, трек возьму какой-то без авторских прав. Замер в течение 30 секунд на пиковый результат, на пиковую частоту. Сейчас так, вот, получился метр. Устройство звуковое у нас будет телефон. Так, SPL Lab, сейчас все подключу. Все как положено, к ноутбуку. Так, подключаем. И запускаем микрофон. Так, RTA метр. Я, честно говоря, уж не помню, как и пользоваться. Так, округление до десятых. Время замера 30 секунд. Пиковая амплитуда от 80, ну давайте от 100. От 100 до 15 тысяч, усреднение 1. Так, в принципе, все. Здесь будет высвечиваться воспроизводимые частоты и пик. Вот здесь будет пик, точнее, а вот здесь будет его мощность. Так, сейчас я найду трек, короче, и будем замерять. Так, трек будет вот этот. Сейчас он играет, я убавил. Так, трек, наверное, или, блин, какой тут еще-то. Вот этот прикольный трек. Так. Просто фишка в том, что забанят, и я вырежу тогда этот трек все равно. Так. Ну давайте этот трек. Короче, буду с наката тогда, чтобы сразу не травмировать ничей слух. В принципе, 30 секунд хватит, наверное, мне с наката. Так, и замер. Давайте сразу хотя бы наполовину. Так, половина громкости. Блин, там-то, там вроде выкручено. Так, ну с боком. Замер. Ну, кто знает, трек не подобран, поэтому такой результат. Датчик вот у нас так остался на метре. Вот результат. Последний пик был на 800. Ну, вот очка видно. Очка примерно практически ровная. То есть у нас на высоких небольшой спад идет. Остальное у нас вроде около дела. Спад идет, потому что стоят не рупора, а драйвера. Поэтому идет спад на высоких. То есть они немного ниже играют. Ну вот, в принципе, 115.1, результат отличный. Чё, давайте покажу тогда, что стоит в чемодане. Так, чемодан открывается вот так вот. Ручка зимой была приделана, потому что 24 или 22 килограмма весит, поэтому носить не особо приятно. Так, ну и все, открываем. Так. Тут из минусов, блин, одной рукой неудобно. Тут из минусов то, что
Надо вот этот проводок один отжать. Так, один проводок отжимаем, и вот, в принципе, вся картина. Здесь стоит литий титанат 40 ампер секция, потом Pride Duo и динамики MDU-65 и Gorilla Bass GBL-65. В принципе, они по корзинам абсолютно одинаковые, но MTU-65 поярче играет, повыше. Так, все у нас подключено последовательно. Все по три динамика последовательно. И уходит все параллельно в мост дуо. То есть получается 8 делим на 3 и делим на 2. Получаем 1.33 на канал Pride Duo. В принципе, работает, не вырубается. Все отлично. Ну и питание. Питание, ну, достаточно надолго хватает. Так скажу. Ну, вот такой вот чемодан получился. А, ну да, и вольтметр еще у меня выведен, и кнопка выключения рема. Сделано, не знаю, за день все быстро. Здесь 20, а здесь 18, а здесь 10, чтобы прикрутить. Он уже, по-моему, без всего этого весил, по-моему, около 4-5 килограмм. Поэтому все остальное в районе 20 весит. Можно поставить, конечно, сейчас у меня есть Momo 500, широкополосная ФРК. Можно заменить на дуо, будет еще громче, в принципе. Но я еще подумаю. Скорее всего, разберу весь чемодан. И история закончится. Но если он доживет до 9 мая, то будет круто. Так. Ну и что, и подсоединяем конденсатор обратно. Конденсатор на 2 драйвера 1. 3,3 микрофарата. Пленочный, неполярный. Приходит, получается, от усилителя на плюс. А там уже они последовательно подключены. Поэтому один минус уходит. Поэтому всего один у меня стоит конденсатор. Не знаю, правильно, неправильно это. Так, ну вот такие дела. Кому понравился обзор, кого приколол чемодан, ставим лайк обязательно. А, да, еще в названии я написал, что Bluetooth. Сейчас покажу, если найду. Дочке купили вот такой вот микрофон, Петь. Здесь есть AUX выход, out. И можно подключить этот джек к этому... К этому микрофону. Самое плохое, что у него очень большая заводка сразу появляется, если он близко к чемодану. А так можно через него музыку слушать, вырубить сам микрофон и слушать через него музыку через Bluetooth с телефона. Так что это самый громкий Bluetooth чемодан в мире. Надеюсь. Ну а так, кому понравился обзор, ставим лайк, обязательно подписываемся на канал. Всем пока, удачи, салам, пополам.